Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Ну что, зайдем на тренировку и заберем нашу команду. И помимо этого мы с тобой поменяем призрака, который у нас находится в этой команде. Он уже прокачанный на 5 звезд, вот, и нам нужно его заменить. Так что давай мы это с тобой сделаем. Так, его убираем, а вот кого на прокачку нам поставить? Давай вначале мы с тобой глянем, кто у нас хочет вообще прокачаться. Ну, вон, например, этот Санта-Клаус, епископ. Подожди, а кто же еще? У нас должно быть приличное количество персонажей, которые не достигли 5 звезд. Вот, смотри, например, у нас... Слушай, а может быть действительно его поставить, а? Давай, наверное, толкателя толкнем туда. Пускай он тренируется. Нам-то что? Давай, действительно. Толкатель уже тут стоит. Так, подожди. Если толкатель тут туда стоит, то кого тогда следующим? Воблера? Слушай, воблера или морпеха? Давай так, наверное, и поступим. Воткнем сюда воблера или морпеха. Так. Ну, блин, хотя, ну ладно, пускай будет морпех. Все, ребят, все. Вот, мы команду создали. Теперь вот она, пускай у нас идет на тренировку. Все. Все, ребят. Умываем руки, как говорится, да? Так, давай зайдем в магазин, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут бесплатного? А бесплатно у нас зомби. Обычный нежить воин. Так, на ежедневках. Слушай, пряничный домик. Если я не ошибаюсь, пряничный домик-то у меня не прокачан. Так, 15 собора мы здесь забираем. И... Слушай, ну 18 карточек на Санту, это... Это достойно, ребят. Так-с. Сейчас я возьму какой-нибудь такой нелепый отряд. Так что значит нелепый отряд? Они все отряды хороши, друзья мои. Что значит нелепый отряд? Нельзя так говорить. Каждый воин по-своему здесь хорош, индивидуален. Нельзя сказать, что этот плохой, этот хороший. Да, они, как бы сказать, хороши в определенных случаях, в определенных моментах. Не всегда, например, топовый отряд может, например, у меня выиграть во всех битвах. Нет, конечно. Но в большинстве, конечно, может. Так, ладно, я хотел глянуть про пряничный домик. Это, по-моему, у нас идет к нежити относится. Да? Да, да, ребят, пряничный домик нам нужен, поэтому это ежедневное испытание надо проходить. В честь Хэллоуина здесь у нас кругом нежить. Ну, я, ребята, как всегда, беру сферу. Есть у нас здесь нежить. Я возьму Ронина. Я возьму рыцаря-мага. Я здесь возьму ниндзю. Блин, что это? Сижу на чем? Блин, кофта подо мной. Думаю, что сижу на чем-то неудобном таком. И что еще? Ну, давай я возьму, наверное, все-таки друидку. И к ней плюсану баллисту. Хорошо, пускай будет баллиста. Все, ребят, вот такой у меня будет отрядик. Погнали. Слушай, ну пряничный домик красиво выглядит на самом деле. Кстати, вот во многих фильмах ужаса, ребята, если ты зашел в лес и увидел пряничный домик, то ничего не жди хорошего. Да? Во всех фильмах именно всякие там бабки-ёшки и тому подобное живут именно вот в таком домике. А чем это оправдывается? Тем, что детишки любят сладкое и всегда идут вот в такие злачные места. Ну и, соответственно, им там плохо становится. Да, довольно легкий этап, ребята. Я думаю, что мы сейчас пройдем на изи.
Просто изящно, изящно пробежимся. Ладно, давай. Собери, говорит, свой отряд. Ну, давай попробуем немножко разнообразить наш отряд. Ронина я, наверное, оставлю. Возьму здесь прыгуна, к примеру, и баллисту. И, например... А Санта-Клаус у нас что, вообще второго уровня? Друзья мои, Санта у нас, оказывается, второго уровня. Офигеть. Так его надо прокачивать, я как не знаю кого, ребят. Как сидорову козу. Других слов и нет у меня. Так, ну что там, кто там первый-то у них выходит, я уже и не помню. Блин, слушай, а без мага-то плохенько мне будет. Оу, щит. Да-да-да-да. Ты посмотри. Ты посмотри, какой коварный. Слушай, а он не такой сильный. Давай, Ронин, выбегай. Молодец, красавчик, руби. Блин, опять этот опоссум вышел. Ну, по атаке, ребята, он даже... Ой. Ой-ой-ой. Блин, она же сейчас армию сделает. Ничего она уже не сделает. Все, до свидос. Но... Недооценивать, ребят, не стоит. Тыквоголовый тут еще вылез. Ну, тыквоголовому тягаться, конечно, с моим прыгуном, это не вариант, ребят. Так, ну что же. 13 пряничных домиков. И остается всего лишь один поединок, где мы с тобой заберем 8. Последних 8 пряничных домиков. Но мне что-то уже рисковать как-то не особо сильно хочется. Сам видел, что какая была сейчас ситуация. Я тебе прямо скажу, меня она нисколечко не порадовала. Так что... Кого взять-то? Кто у нас там был-то? Я не помню. На-на-на. Чумнуху, что ли, взять? Не хочу брать чумнуху. Я хочу какого-нибудь быстрого юнита. Молотильщик возьму. Ну что, он, ребята, быстрый юнит. Это раз. Во-вторых, при смерти он может выпустить циркуляру. Это два. То есть я как бы вижу одни только плюсы в нем. Так что все у нас будет окей. 225. Поехали. Бесявый, конечно, вот этот хмырь. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну ниндзя должна справиться. Ниндзя. А кто убил? А, через отражение. Все, ребят. Рыцарь маг включает отражение, чумнуха в нее плюет, и, соответственно, урон получает обратно в себя же. Так мы ее и убили. Я просто думаю, ниндзя стояла там с надгробием, разбиралась, а чумнуха погибла. Ну да. Именно так все и получилось. Ну что же, мы с тобой получили все награды, все пряничные домики, и теперь нам надо идти на основные, ребята, из... Ой, глаза мои не видели. Ронин. Тигр. Ронин. Ёпрсете. Блин, тут такая команда заточенная. Блин, офигеть. Да, 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 да. Хайкать будешь в другом месте, я тебе еще раз говорю. Он же опять сейчас вызовет, да? Смотри, ну тут уже ниндзю лучше выпустить, ребят. Так, сейчас, по-моему, он опять его вызовет.
Так, клетка. Иди ты хайкай в другом месте, тебе еще раз сказал. Да он неугомонный, он достал уже, а? Естественно, душа, конечно. Ну а что может быть еще? Давай, 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 ползун. Блин. Как бы все получилось у тебя хорошо, но немножко не хватило тебе добить вражескую базу. Ползу, ну. Ну как же так-то, а? Есть. Я ненавижу, ребята, вот этот отряд, против которого я сейчас только что дрался. Я считаю, что ну, он один. Ой. Тут хоть тигра нет, но тут Вуджен. Что меня тоже не радует, ребят. Вуджен. С Ронином вместе. И еще и этот тут. Ёпрсете. Ну давай топовый отряд возьму. Ну а что делать, ребят? Ну как-то надо же нам тут сопротивляться. Он Ронина будет выпускать или нет? А ну он что делает? А сейчас еще и Ронин может выбежать. Давай-ка перед... Ой! Вот это вот неприятно было. Вот это вот было очень, ребят, неприятно. Хорошо. Вышел опять недотёпа этот. Понятно, тут хеть-хеть этот. Но он на яде стоит, он, ребята, быстро отдуплится. Есть. Прекрасно. 2:30 ночи, Рэй играет в Tower Conquest. Я вам, ребят, говорил, что я потерял связь между днем и ночью. Все, я этот полуночник, как меня мама назвала. Спи давай, полуночник. Мам, еще чуть-чуть. Да, были времена. Так, слушай, он будет выпускать Ронина? Наверное, будет. И мой тоже, да? И мой тоже не спеша. Вот тут вот, ребят, все зависит от того, кто кого. Кто кого. Ну, ядрен, смотрю, ну. Да почему ты, блин? Ну и чё? Он бежит, блин. Ну ладно, хоть так. Хотя бы этого подбил. За это хоть спасибо. Ой. В плане уже босяцкий вышел, эй. Фу. Супер красный луч, ребята, как всегда, выходит вовремя, и мы... Пух и прах, короче, разнесли. Да. Дай сюда карточку. Не понял. Это как я так сфейлил? Тут просто, ребята, у меня, блин, выскочил окно левое. Вам это, может быть, не было видно. Вот. И пока я его закрывал, видимо, этот Ронин проскочил. Только я одного не понял, откуда это окно выскочило паршивое. Стимовское причем. Ну, когда Steam, я не знаю. Вроде когда ты, конечно, здесь не... Эй! Все, ребят, сфейлился, да? Нет, нет. Есть еще, ребята, порох в пороховницах. Так, ну радоваться-то рано. Но почему мой-то Ронин не может...
Короче, мне нужно, ребята, ведьму. Ведьму вызывать как можно быстрее. Зашибись. Ой, если сейчас выйдет Ронин, ребята, выбежит. Он ведьму лупанет. А кто ее сдул-то? Блин, вот Джен. Давай влупим. Все. Кто-то. Бесявый телепорт вот этот вот, который срабатывает. Да, все, кранты ему. Да успокойся ты там, уже бесполезно сопротивляться. Так, ну что, друзья мои, забираем награду нашу. Сундук Нефритовой Империи. Ничего хорошего нам не выдали. О, слушай, Санта потихоньку у нас будет, ребята, расти. Тут 14 карточек, там 15 карточек. И глядишь. Так, ну что, ребят, территория роботов, долина захватчиков, долина подданных, ну, Нефритовая долина, как всегда, Нефритовая империя, и территория нежити. То есть ни одной одинаковой локации здесь не будет. Так, Молотильщик и Щитобот, первые кандидаты, которые выходят на нас здесь. Я беру наш первый отряд. Хотя... Ну, нормально, нормально, нормально пошло. Но опять же не забываем, ребята, Молотильщик, он такой. Сейчас повезло, потом не повезло, и... Пока везет. Пока везет, очень даже неплохо. Да что он там делает, я не могу понять. Понятно. Теперь я понял, что он там делает. Он распиливает моего джиггернаута. Что он там делает? Спрашивает Рэй. Да ничего, там балует потихонечку. Нараспил, пустил этого джаггера. Так, ну что, ребят, тут у нас бот-паук, по-моему, если я правильно посмотрел. Ну, вроде бы, да, бот-паук должен быть там. Блин, как-то паршиво получается. Да бесит меня вот эти вот ваши, я не знаю, как назвать-то. Ну вот, начинается, короче, друзья. Он не дает вообще ни шанса. Вот паук этот. Вот только вот таким вот образом можно бомбить. А почему ниндзя-то сейчас отдуплилась? Ниндзя-то с какого перепуга отдуплилась? Объясни-ка мне на милость. Твою налево, ты посмотри, что вытворяет, а? Ну это уже за... Это уже за подлянка, ребят, самая настоящая, посмотри. Подтянул гад и выплюнул его. Хотя бы вот так вот, все втроем сидят тут в клетке. Ускорение мы получили. Слушай, тяжелый бой был. Этот бой был на самом деле тяжелый. Я думал, что все, хана. Так, ну что, здесь уже прибавляется, ребят, Джиггернаут. Джиггернаут, Молотильщик и Щитобот.
Так, мы этого мы возьмем. Вот так. Как ты мне дорог, а? Я обожаю, когда ребята попадают, вот они в кучу, и в этот момент взрывается наш ползун. Вот, когда он взрывается, он наносит урон вообще в округе. То есть, ну, как бы классно срабатывает все это. А вот то, что Джиггернаут тут явился, это мне не нравится. Мы его оставляем в клетке, сами идем дальше бомбить его базу. Но... Есть. Вот как-то так, друзья мои. Вот как-то так. Ну что, продолжаем. Блин, у меня, ребята, почему-то я не пойму. Вот сегодня я захотел зайти в игруху. Помнишь, Marvel? Играли мы давно-давно в Marvel. Где там это? Драки. Поединки. То есть, где ты играешь за персонажа. Ну, как, типа, Mortal Kombat, а только... Марвеловскими персонажами. Ваш аккаунт заблокирован на 4 дня за использование сторонних каких-то этих. Каких сторонних? Я вообще не понимаю, о чем вообще, о чем идет речь. Какие-то сторонними программами. Я вообще ничем не пользовался. Взяли, заблокировали на 4 дня аккаунт. Думал, сегодня подраться маленько. Сам понимаешь, ничего не получается. Такая вот фигня. Даже не могу понять, почему. Так, я хочу... я хочу сейчас накопить денег на жнеца, призвать его. Так, клетку выпустим. Эх, друзья мои, скоро отпуск кончится. Еще осталось сколько? Еще месяц. И отпуск кончится. Так не хочется, чтобы он заканчивался. А с другой стороны, когда денег нету, ребята, отпуск совсем не в сласть, если честно. За все платить, а с чего? Нечего. Да. Так, ну что, ребята, квест у нас тут выполнен. И мы продвигаемся дальше. И у нас последний этап. Черт подери, тут термин 9000. Я, ребят, с ним шутить не буду. Не-не-не-не, даже не уговаривайте. Я возьму наш топовый отряд и будем только им. Вообще, на самом деле, ребята, вот в этом топовом отряде должна быть не ведьма, а должна быть друидка. Вот как по мне. Потому что, по моему мнению, друидка сильнее, чем ведьма. Но это сугубо мое, ребята, мнение. Я не знаю, может быть, вы как-то по-другому считаете. Ну вот я почему-то считаю именно так. Посмотри, какой, а. Но он не успел отхилять. Не хватило мощей. А вот если бы было бы два хилбота, тогда да. Тогда бы захиляли бы, успели бы захиливать. Термин 9000 даже носу, ребята, не показал. Даже не вышел свои конуры. Салабон. Такс, ну что, мы переходим с тобой на территорию захватчиков. Блин, давно я этого пришельца не видел. Зануда еще тот, ребята. Этот пришелец, он действительно зануда. Мало того, что он похищает моих юнитов, так он еще может их завербовать, что тоже немаловажно. Ну и что делать будем? Подождем, наверное, чуть-чуть. Он же следом... Да-да-да-да-да. Вот он так... В плане! Погоди. А... Да иди ты в пень!
смотри, 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 что делает, ребят. Не успел. Не успел моего молотильщика переманить. Слава богу. Так, дай мне сюда. Я хотел карту взять. Она улетела. Она улетела. Хорошо, на 3 звезды ребята прошли. Здесь воблер, но он 99 уровня. И пришельцы, опять же, здесь тоже 99 уровня. Блин. Ну что, молотильщика первым отправляем, да? Сейчас, подожди, пришелец прилетит. Или деда вообще вызвать сразу же. А успею, я не успею, ребят, слишком... Слишком маленькая дистанция. Слишком маленькая дистанция. Да, круто, круто. Видел, да? Они погибли от луча. А этот луч выкинул кто? Конечно же, наша БФГшка. Разящий луч смерти. Так его можно назвать. Прекрасно, друзья мои. Ну что, двигаемся тогда далее. А далее у нас что? Далее у нас третий раунд. Слизень-морпех. Здесь прибавляется слизень-морпеха к вражескому отряду. Только бы не этот. Нет, ребят, не этот. Епарасете. Ну ведь перехватит же. Но он сейчас будет бомбить. Это единственное, что я мог, ребят, сделать. Я этим моментом воспользовался. Я вызываю деда. Ну и он нафиг. Достали уже в корень просто-напросто. Давай, дед, выходи. Големы эти всякие тут. Всю эту требуху сноси, чертовой бабушки. Нечего им тут делать. Нечего им земельку топтать нашу, да, ребят? Какого леша он пролетел? Тут уже все, уж извините, но песенка ваша спета. Разлет полетов. И последний, ребята, у нас этап. Последний же, по-моему, да? А, нет, нет, вру, предпоследний. Черт, он ползуна здесь заюзает. Это не та ли самая обманочка-то, ребята? Это не та ли самая обманочка, где он будет отправлять ползуна, а нам надо будет резко... По-моему, это она. И что тогда мне сделать? Ну, давай проверим, убедимся, точно это та комбинация, про которую я говорю. Там должно быть первым, по-моему, если не ошибаюсь, он отправляет летуна. Как-то там такая хитрая комбинация, я еще помню ее, думаю, блин, да чего же, говорю, бесявый-то, а? Но не могу никак вспомнить, как она и...
плане. Ползун и ехал под зеленым ядом. Ну, под тормозами. А как он мог ехать под тормозами? Что-то не могу понять. Воблер этот паршивец. Чем еще, ребят, плохо, что он батаранги свои бросает. Он и на земле, и в воздухе. Он всех задевает. Вот это вот бесява, конечно, у него ерунда. Очень этим сильно раздражает. Так, ну что, все, последний удар. Аля, улю, сиди, я сам открою. Ну и мы продолжаем. Угу. Последний поединочек, друзья мои. И здесь у нас... тысяч хп у него. Нет, 10 тысяч атаки, у него 100 тысяч. 100,5 тысяч хп. Лорд пустоты. Я заюзаю, ребят, последнюю нашу энергию на топовом отряде. Мне нужен луч смерти. Специально для него. Я не могу только врубиться, почему у меня в отряде, в моем, делает вот это вот. Вот она. Вот, друзья мои, вот это была комбинация. Ты понял, да? Почему я ее боялся. Но тут, слава богу, у нас... Все, мне, короче, сейчас нужно как можно быстрее призывать ведьму. Луч. Есть. Сдули к чертовой бабушке моего. Ну, а дальше, в принципе, уже и не страшно. А, моя чумлуха там наяривает. А где ведьма? Ты что так медленно идешь? Двоих сразу же. Так, ребятушки, что-то игра вылетела с критом, с критической ошибкой. Блин. А энергию-то хоть оставили они мне там? Слушай, энергию оставили они мне на этом отряде. Поехали. Не знаю, что произошло. Кританула игра и вылетела, и все. Практически уже... Когда я разбомбил сферу вражескую. Так, комбинацию. Нет! Да какого? Пипец, ребят, ты прикинь? Да все, 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 тут можно сдаваться уже. Бесполезняк. Нанесли урон, ты прикинь? Что он сделал? Он двоих, ребята, завербовал. Двоих. Этого, потом того перехватил, тоже завербовал. Так, я ускоряюсь, короче, потому что это бесполезно просто. Я еще и этого не вызвал, блин. Да... Да это понятно, что мы вырубили, но... Погоди-ка, мы его вырубили, а у меня энергии-то больше нет. Что-то опять запрос. А что происходит-то, не могу понять. 18... Мы уже получали эти награды. А, нет, не получали. Слушай, подожди, а как тогда такой... Как так получилось-то? Что-то я чуть-чуть не догоняю, ребят. Как у нас так получилось? Мы с тобой только прошли этот и уже получили награды за это все. То есть, а, и ежедневные испытания обновились. Это в 3 часа-то ночи обновление у них происходит, что ли, в игре в этой?
Ладно, не суть в этом, ребята, а суть в том, что как мне вот здесь-то проходить теперь, без моего топового отряда. А самое главное, кем проходить? Мне некем проходить, ребят. Мне некем просто-напросто тупо проходить. Вот я выпускаю молотильщика, да? И следом выпускаю голема. Смотри, что он творит. Жестко. Хотя бы мой молотильщик, друзья мои, здесь подсобил мне. Так, я вызываю деда. Ну, дед, ребята, дед против этого. Хотел сказать, призрак в тумане, блин. Ну, ты понял. Вот, 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 против него. Ну что здесь делает дед? Куда ты свои шипы выслал, придурочный ты? Все, он сейчас будет... Да, он так сейчас и будет, ребят. Фу, наказал, прикинь. Тут типок. Давай, 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 давай. Бомби, бомби, пожалуйста. Есть. Он, друзья мои, деда не откидывал. Он... Ну ты видел, дед сгорбился, но он не откинулся. Не отлетел он, короче, от удара лорда пустоты, а просто скукожился. Но самое главное, что прошли. Я думал, что не справлюсь. Справился? Очень даже неплохо справился. И у нас долина подданных. Ну, здравствуйте, сразу с грифона начинает. Грифон и плюс ко всему еще и паладин. Это... Это вот на этом маленьком кусочке земли, который у нас начинается. Да? Сразу же. Молодцы. Но первый, кто пойдет, это паладин на паладина. Это понятное дело. Но потом-то нам нужно будет с тобой как можно быстрее баллисту призвать. Вот сейчас мы будем сидеть и выжидать баллисту. Все. Преимущество сразу пошло за нами. Почему? Потому что мы тем самым еще достаем до грифона. А еще сделаем вот так вот. Вообще будет четко. Вот. А если позовем еще одного паладина и плюс еще одну баллисту, то это просто победа. Я так и сделаю. Это хорошо, что баллиста... До баллиста не дотянулся этот феникс, ясный сокол. И все у нас хорошо получилось. В общем, все, разбиваем, короче, базу. Отлично. Все прекрасно. Ну что, следующий поединок, ребята, второй. И... Ну что, у него просто-напросто прибавляется жрица. Жрица, она не может сама за себя постоять. Тысячу раз уже вам об этом говорил. Поэтому то, что они ее сюда добавили, это ровным счетом ничего не меняет. И он выжидает, что-то стоит, выжидает. Блин, грифона вызвал. В моих интересах, ребята, грифона уничтожить вот где-то здесь. Почему? Если полетит фениксом он где-нибудь вот здесь, если бы он был бы, да? Ух ты, карточка выпала. То он бы мог попасть по моей базе и, соответственно, нанести урон. Хотя у меня и друидка есть, но лучше этим не рисковать. И второй непонятный момент. Почему я не могу заморозить воздушные цели? Пускай он падает на землю замороженным тогда, раз это. Почему я не могу их заморозить? Или что, у нас даже птицы бывают в воздухе замораживаются. А тут нифига. Что-то
какую-то ерунду сказанул. Птицы в воздухе замораживаются. Ну, фильмов пересмотрел, ребят. Так что сейчас напридумываю вам тоже. Но все равно, ну, птицы же тоже, ну, бывает же, что птицы просто замерзают намертво. Не в полете, конечно, но замерзают. Вот. Когда сидят там где-нибудь, да? А тут что, блин? Супер птица, ну, грифон, да, ребят, считается супер птица, блин. Смотри, какой жук. Я всегда поражался его на силе. Именно силе разгона. Ты вот, он разгоняется, как, не знаю, как чумачечий. Захотел поиграть, помнишь, мы играли в свое время в этот? Скажи, я скажу. В Assassin's Creed. На мобильный-то, помнишь? Liberation. Я не могу зайти в Facebook, в аккаунт. Как-то, я не знаю, что происходит там. В одной игре, блин, блокируют аккаунт на 4 дня, в другой не могу зайти почему-то, непонятно. Причем появляется все окошко, но окошко здоровое, то есть мне надо как бы промотать там условия там какие-то. А я не могу, потому что вот такие вот буквы, ё-моё, на весь экран. Как будто через увеличительное стекло смотрю. Почему такое происходит? Фиг его знает. Так, ладно. Разбушевался что-то. Ну, недовольство, ребят. Просто недовольство у меня какое-то. Так, здесь маг, магистр кислых щей. Магистр кислых щей. Блин, все никак не могу... добраться, ребят, до второго канала. Все, никак не могу. На этих андроид-играх подсел. У меня вот всегда так. То подсяду на андроид-игры, да, и не могу оторваться. То, наоборот, подсяду на ПК-игры и не могу вернуться на андроид. Вот такая вот, друзья мои, дилемма бывает. Так, слушай, маг там еще, а? Плешивый лезет. Мага надо, наверное, притягивать, мне кажется. Или, наоборот, откидывать. Достается по магу, прикинь. То есть баллиста достает. Иди, грифон, отсюда, а. Хорош. Блин, ну баллиста, ну друидка, ты бы хотя бы дала бы какое-нибудь, я не знаю, там маленькое ускорение, чтобы они хотя бы быстрее как-то двигались. Вот и все. А тут уже возле замка можно, ребята, и ускорение поставить. Идеально. Так, ну что, последний поединок. У нас энергия-то где-то должна же, да, быть. У нас тут епископ. Епископ собственной персоной. Ладно. Я вот когда епископ там вот это говорю, я сразу, ребят, вспоминаю почему-то линейку Lineage. Когда надо было сдавать на профу. Там, по-моему, епископ или... ну, что-то такое было. Сразу такая вот легкая-легкая-легкая приятная ностальгия по той игре, потому что, ну, мне нравилось. Ну, представляешь, да, пацан, подросток. В то время интернет только появился. И вот как раз первая онлайн-игра, в который начал играть, это была линейка Lineage. Это уже потом пошли там Аллады, что-то там еще. А линейка одна из первых. И на тот момент она такая, блин, казалась игрой тысячелетий. Да, да, в принципе, она и сейчас неплохая. Просто намудрили там очень чего, всего многого. И я бы не рискнул бы, наверное, сейчас в нее с нуля в нее играть. Хотя игруха прикольная. А и он тоже, ребята, в свое время играли мы. Пока не испортили ее. Пока не начали вырезать там контент и все там подобное. Ну, такое себе. Да ты запарил меня уже со своими этими-то. Давай тигру вызовем.
Тут вообще-то лучше Джиггернаута, наверное, вызывать. Дай-ка я, наверное, клетку поставлю. Блин, ну на кого ты клетку-то потратил? Господи, на этого хламона несчастного, блин. Копеечка дрестуна. Тоже молодец, Рэй, конечно. А в принципе все, кранты. Базу мы запинали. Атлантику играл в свое время. Тоже, ребят, прикольная игруха. Пошаговые бои. Тоже онлайновые. Блин, было время. Да, было. Ребят, ну что, у нас на сегодня похоже, что все. Энергия закончилась, и я буду закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам.